Доброе утро, Севастополь! Я нахожусь по-прежнему в Балаклаве. И сегодня, 25 октября в 17:00, народный хор «Верность» Балаклавского дворца культуры приглашает гостей и жителей нашего города отметить праздничную дату – 30 лет со дня создания коллектива. За это время коллектив стал очень популярен в Севастополе и в Балаклаве. Ну а рядом со мной находится Геннадий Владимирович Митюков, руководитель народного хора «Верность» Балаклавского дворца культуры и заслуженный работник культуры города Севастополя. Доброе утро, Геннадий Владимирович. Доброе утро. Я так понимаю, что за 30 лет, безусловно, состав коллектива очень менялся. Сколько сейчас участников в хоре? Сейчас, в настоящий момент, 21 человек. Вот. Значит, сегодня будет концерт. Я приглашаю всех любителей народной песни на концерт, который состоится в 17 часов. Кроме того, пользуясь такой возможностью, я приглашаю всех любителей песни принять участие в самом коллективе. У кого есть желание, и кто любит народную песню, приходите к нам в коллектив и будете принимать участие. Как здорово! А скажите, есть ли заслуженные артисты среди участников хора? Ну, понимаете, поскольку в самодеятельности нет звания заслуженных артистов, но есть звание само коллектива. Так вот, коллектив имеет звание народного. Это само по себе уже звание. Коллектив получил звание народного достаточно давно. Вот, и через каждые 3 года подтверждает. Кстати, сегодня во время концерта будет присутствовать комиссия, которая будет подтверждать звание народного коллектива. Мы очень гордимся вами. Какие песни есть в репертуаре? Только ли народные? Почему? Это и песни народные, и песни советских композиторов, песни русских композиторов, украинские песни есть, очень много разных песен. Кроме того, в составе хора есть ансамбль казачьей песни «Вольница», у них в основном казачий репертуар, они тоже принимают сегодня участие в нашем концерте. Здорово, программа, чувствую, будет очень интересно. А что еще входит в программу? Ну, в программу, вы понимаете, поскольку юбилейный концерт, значит, программа будет, никуда не денешься от того, что будут поздравления каких-то администраций, поздравления, я думаю, что от управления культуры будут. Вот. Ну, это уже так как задумано, я не знаю, кто приедет еще, но я думаю, что будет много гостей. Уверена, что будет все очень красиво, ярко и интересно, но у нас еще помимо руководителя и заслуженного работника есть и солистка хора «Верность» Светлана Чернявина в гостях. Доброе утро, Светлана! Перебегу сюда. Как ваше настроение? Отличное! Может быть, вы исполните песню для наших телезрителей? Конечно! Внимание!